Привет, друзья! Я Григорий Герман. Вообще, в принципе, очень интересный вопрос. А в какой момент призрак Шарля де Голля покусал Эммануэля Макрона, превратив его в самого сильного, самого агрессивного и самого, в хорошем смысле, староевропейского политика? А сможет ли он поднять старушку Европу до тех высот силы на международной арене, которые у нее были до Второй и до Первой мировой войны. Чем все это дело полезно Украине? И чем новая сильная Европа сможет противостоять России в первую очередь, во вторую очередь гегемонии Соединенных Штатов на европейском континенте с точки зрения безопасности и, наконец, сможет противостоять Китаю, который тоже имеет во всей этой геополитической каше свою щепотку соли. Оставайтесь, будет интересно, важно и перспективно. Удивительное ощущение, на самом деле, не знаю, поймал ли ты его, видеть, например, президента Франции, который натянул на себя или же разбудил в себе, мы же не знаем на самом деле, да, вот Шарля де Голля, Да. высокого статного генерала, руководителя сопротивления, который, не скрывая слов и не подбирая слов, четко говорит о том, кто враг и что необходимо делать. Да, для меня тоже была большая неожиданность, честно говоря, потому что Макрон, образ Макрона у меня сочетался с вот этими бесконечными телефонными звонками Путину, потом просьбой не унижать Путина и так далее. То есть, ну, он меня занимал где-то там какое-то определенное место вот в ряду этих политиков европейских. И тут вдруг Макрон диаметрально изменился, личность Макрона изменилась на диаметрально противоположную. То есть человек выступил в роли того, кто будет других лидеров Европы. То есть вставайте, война уже не на пороге, а ну, украинско-российская война – это наша война. Потом впервые от него для меня вообще был шок, когда он на саммите 26 февраля собрал там руководителей больше 25, по-моему, стран и впервые сказал, что проигрыш России обеспечит стабильность и безопасность в Европе. То есть 2 года Америка не говорила о проигрыше России, и я все задавался вопросом, ну когда же вы придете к тому, что у вас появится план там, что делать с Россией, которая проиграет в войне? И этого плана я не слышал никакого плана, никаких перспектив абсолютно никто не давал. И тут впервые западный политик такого уровня и такого веса, значит, говорит о том, что Россия должна проиграть. И сейчас эта риторика уже, ну, воспринимается через 2-3 недели после этих заявлений, она воспринимается нормально. Все говорят, ну да, Россия должна проиграть, иначе мы видим, что она проводит неимперскую политику восстановления своих зон влияния. Вот, и она будет двигаться дальше. Плюс к тому, народ понял, что Россия предпринимает практически такие действия, которые нужны не для войны с Украиной. Для войны с Украиной нужны значительно меньшие ресурсы, средства и так далее. А она действует стратегически на опережение. Что я имею в виду? Это торговые пути, которые она сейчас формирует вместе с Ираном, вот эти закладывает, потому что торговля и экономика – это же основа войны. Войны выигрываются в тылу и логистикой. Вот. И закладывая вот этот путь, при том, что Россия попала в ножницы, что она тратит интенсивность войны, заставляет ее тратить больше, а прибыли ей пытаются перекрыть, уменьшаются, она выделяет там миллиарды долларов Ирану на то, чтобы тот расширял возможности своей железной дороги по перевозке грузов там и так далее. То есть на практике рублем голосуют за большую войну, не за войну региональную, как считается украинско-российская война, а за большую войну против Запада. Плюс к тому второй момент, то, что она перевела все 100% возможностей там своей экономики на военные рельсы. А это экономика, которая осталась от Советского Союза, и она была предназначена для противостояния не с Украиной. Она была предназначена для противостояния со всем Западом, с НАТО. И если Россия предпринимает такие действия на практике, значит, она готовится к войне далеко не с Украиной, значит, она готовится к войне с Западом. То есть она наращивает потенциал и возможности воевать с Западом. И, например, если она тратит там миллион снарядов, зачем ей 2 миллиона выпускать и миллион еще покупать там у Северной Кореи, 3 миллиона снарядов?
То есть она делает запасы на большую войну, она готовится к большой войне. И я думаю, что на Западе это увидели. Наконец, они поняли, что Россия не собирается останавливаться. Плюс к тому, Запад еще прилагает к этому большие усилия, мотивируя Россию двигаться дальше. То есть вот эта нерешительность, сдержанность, ну, которую, например, там Шольц проявляет, там другие страны. Я не говорю уже о вообще лояльных, таких как Венгрия, которая там, ну, просто реализует московский сценарий в Европе, там подрывая солидарность и блокируя всю возможную помощь там Украине. Есть и такая группа стран, та же Словакия, там Венгрия и так далее. Но страны Западной Европы, которые говорят, нет-нет, войск не будет там в Украине, нет-нет, мы вот дальнобойные ракеты там не будем давать, потому что вмешаемся, значит, в войну, в конфликт там и так далее. Тем самым они просто мотивируют Путина, он понимает, что Запад слабый. Если он пересидел там десяток канцлеров и премьер-министров в Европе, он сколько там, уже 25 лет правит, и еще продлил себе там на 12 или на сколько лет, он просто понимает, что он их пересидит, переломая через колено, и все равно будет добиваться того, что он хочет, поставленных задач там и так далее. Плюс к тому, реакция слабенькая европейцев, посмотрите на выборы президента. Все сосредоточились, и фокус внимания сосредоточился на том, что нельзя было проводить выборы, значит, на оккупированных территориях, мы их не признаем. Но не говорят о легитимности в целом этих выборов Путина, что он уничтожил физически оппозицию, ну, кого посадил, кого просто физически уничтожил, нелояльных вытеснил за пределы России, разогнал фактически людей, которые думали по-другому, там, или у них была другая точка зрения. Он их просто физически разогнал, зачистил все это поле стерильное, даже ручных, скажем так, кандидатов, того же там Надеждина и остальных, которые, ну, полностью все знают, что они зависимы от Кремля, что они, на кого они работали, там биографию все знают. И даже тех не допустили к выборам для того, чтобы не создавать альтернативу, значит, вождю. Поэтому, а Запад прореагировал, с моей точки зрения, тоже очень вяленько. Да, сказали там, что мы не будем называть пару стран, сказали, что мы не будем называть президентом, значит, Путина. А ему плевать. Будете вы называть или не будете вы его называть президентом. Он выбрался, он легитимизировался в глазах элиты, во-первых, которая его окружает. Во-вторых, сказал, что народ сплотился, значит, вокруг вождя и готов умирать еще там сотнями тысяч на той войне, на той или на другой войне, на которую я укажу, которая в интересах якобы России. И все. Поэтому Запад, не осудив эти выборы и там не предприняв практических действий, он фактически дал такой мотивирующий сигнал другим диктаторам, что, друзья, если у вас, например, определенные условия есть, а именно вы имеете ядерное оружие у себя в арсенале, вы можете сидеть до конца жизни и творить со своим народом все, что угодно. Убивать, уничтожать, в тюрьмы бросать там и так далее. Поэтому вот здесь тоже плохой сигнал. То есть этот сигнал идет к остальным диктаторам, что, друзья, обзаводитесь ядерным оружием, и тогда ваша власть будет бесконечной. Если же у вас не будет ядерного оружия, то мы уже имеем прецеденты с Саддамом Хусейном и Муаммаром Каддафи. Вы Слушай, ну, с закончите одной как... стороны, да, извини, пожалуйста, я тебя перебью. С одной стороны, да, ты абсолютно прав. С другой стороны, практически все диктаторы, которые сейчас входят в клуб диктаторов, не считая Лукашенко и не считая бородатых мужиков в тряпках на головах, да, они все являются членами ядерного клуба. Китай, Россия и Северная Корея. Извини. И тут же вопрос в чем? Вопрос в том, что тут, как мне кажется, логика Запада абсолютно понятна в этом вопросе. Она зиждется на двух слонах. Да? Первый слон – это не прекращать хоть какие-либо, да, контакты, которые могут привести к каким-либо решениям, оставляя себе поле для возможных контактов, если не с Путиным самим лично, да, то, по крайней мере, с кем-нибудь из его, там, из его первой пятерки. А во-вторых, и это, мне кажется, самое главное, разбираться с диктаторами, на земле какой-то из стран, где эти диктаторы правят, должен народ этой страны. Ну, то есть уже один раз обжегшись на Саддаме нашем Хусейне, да, они получили, мне кажется, прекрасный пример, от которого им очень они не скоро смогут избавиться от него.
о том, что народ должен разобраться со своим диктатором. Да, есть такая логика, я согласен. Но вот факты, которые я анализирую после выборов, даже вот в короткий этот период после выборов, заявление Блинкина, ну, Госдепартамента, который остановил совместное заявление G7, мне очень не понравилось, потому что G7 хотела сделать заявление о том, что выборы эти фарс там, и так далее, и так далее. Блинкин их остановил с этим заявлением, да, сказал, что ну, формулировки неприемлемые, скажем так, для этого исторического момента. Но что продемонстрировал Блинкин? Блинкин, он представитель фактически самой сильной страны западного мира. Он, да, и аргументировал он это тем, что Россия может вмешиваться, то есть имеет возможность вмешаться в выборы, которые важны, значит, для Соединенных Штатов Америки, которые они сейчас проводят, да. И осенью, значит, будет избираться их президент. Снова можем разобрать, какой сигнал дали Соединенные Штаты. Они показали слабость, и Россия именно так будет трактовать это дело. Это все равно, что вот питерский гопник поймал там американцев в подворотне питерской, там приставил ножик к горлу, а те говорят: ой, формулировки какие-то не те, мы все-таки оставляем возможность для диалога с вами, потому что иначе мы с вами никак не договоримся. А нам же хотелось бы договариваться с вами, потому что вы повлияете, можете серьезно на нас влиять. То есть власть и внутренние вопросы, внутренние политические вопросы, власть, деньги в Соединенных Штатах, они и возможности России влиять на вот эти процессы как бы перевесили вот это противостояние свободного мира вот этим диктаторам, с моей точки зрения. Но это я так трактую. Трактуют, ну, в Соединенных Штатах по-другому протрактуют, а в России однозначно воспримут это как слабость. Если вы там смотрите про формулировочки, когда я с вами воюю и наплевал на вас еще с 2020 года, когда я внес изменения в Конституцию свою и сказал, что международное право, то есть ваша Pax American, с вашими инструментами ООН, ОБСЕ и со всеми делами, на моей территории действовать не будет. Это был первый плевок, который Запад спокойно проглотил и пошел дальше, и даже не сделал никакие замечания, что, друзья, вы изменили, на пенька голосовали, эти изменения внесли, продолжили, отменили сроки, ну, отменили сроки, ладно. Будем следовать формуле, что народ должен разбираться со своим руководителем самостоятельно. Но то, что касается международного права, законов, по которым живут все, если одобрила страна и проголосовала, и это часть вашего законодательства, имеется в виду международное право, а вы в 2020 году принимаете решение, что не будет оно действовать на моей территории, что в зависимости от того, как решит мой ручной Верховный суд, там, подходит нам это международное право или нет. Если не подходит, ну, естественно, мы его отбрасываем и не выполняем. То есть тогда надо было задуматься. Никто на Западе об этом не задумывался и ничего не сказал. И Россия по-прежнему осталась и в ООН, и в ОБСЕ, использует это как площадки для своей пропаганды дальше и так далее. То есть Запад постоянно, я к тому веду, что Запад постоянно дает сигналы, как сказать на русском, неправильные для восприятия России. Россия воспринимает их совершенно по-другому, как слабость Запада и то, что она может продолжать делать то, что она делает. Вот я к чему веду. Поэтому Запад потихоньку, конечно, избавляется от иллюзий. Вот за 2 года мы увидели одного Макрона, да, который был в начале там войны и приезжал с тройкой, ну, с двойкой товарищей уговаривать нас про мир. Помните, там итальянский премьер, немецкий и французский президент. Вот они приехали и пока не посмотрели на Бучу и своими глазами не съездили на разрушение, не посмотрели. Они же ехали с четким намерением там уговаривать нас про мир. И теперь Макрон, который говорит, что проигрыш России, значит, это будет безопасность и стабильность в Европе. Да, 2 года люди шли к избавлению от дискуссий, но за эти 2 года Украина заплатила кровью, заплатила лучшими своими сыновьями и дочерями, которые первые взяли оружие и пошли на фронт защищать вот эту Европу вместе с Макроном и Америку, которые говорили о верховенстве закона, о, значит, демократии там, и так далее. Нас говорили, что у нас тут олигархи правят, что мы плохие, тут у нас дезорганизация, что мы не можем организоваться и все остальное. И вот этот народ, дезорганизованный, руководимый олигархами, поднялся, я извиняюсь, оторвал задницу от дивана и пошел в окопе защищать ценности, о которых говорила Европа. Говорила,
Но теперь говорить, что они не готовы на сегодня, если бы у них война такая началась, такой интенсивности, они не готовы. Они в 3 раза сократили армию, они остановили военно-промышленный комплекс за ненадобностью, потому что они победили в холодной войне и так далее. И морально население современное, большая часть населения Западной Европы, она не готова к такой войне, такой интенсивности. Россия не Но... будет спрашивать, готовы вы или не готовы, друзья. Россия будет двигаться и выполнять свои поставленные задачи так, как она хочет. Порога, как вы увидели, вот этого болевого порога потерь человеческих у них нету. Они вообще могут миллионы закопать. 500 тысяч это для них фу, вообще ничего. Это они собрали там с тюрем людей с регионов депрессивных, где без работы. Сначала сделали эти регионы депрессивными, а потом собрали оттуда всех мужиков и кинули в окопы, чтобы они умирали, значит, за идею вождя, там, идиотскую, реваншистскую. Поэтому они придумают еще что-то и будут кидать уже не тысячи, а будут кидать миллионы. Поэтому Европа, я думаю, должна быстрее избавляться от своих иллюзий, чем 2 года. Вот, если пошел уже такой разговор, что Макрон начал будить там всю Европу, а я думаю, что его задача как раз не была призывать там к практическим действиям, типа ввести войска в Украину там и так далее. Его задача была немножко побежать вперед, опередить время, разбудить всех, что, друзья, вставайте, война все-таки в Европе возможна, и с нами будут воевать, потому что все признаки есть того, что Россия готовится к большой войне и хочет вернуть свои сферы влияния, которые она, так сказать, видит своими, там, ну, вот эта линия Да. 97-го года, и так далее. Поэтому все, иллюзий не должно быть. И в этой конфигурации, я думаю, если они просыпаются, если они избавляются от иллюзий, они должны понять, какую роль и место занимает в этой конструкции Украина. Украина дает им время проснуться, умыться, почистить зубки, запустить военно-промышленный комплекс, восстановить свои армии, которые они разогнали, решить вопросы там военного шенгена, передвижения войск по территории, национальных территориях Европейского Союза, Да, логистика, решить да, Москву. логистика. Да, решить вопросы логистики, наполнить склады, так сказать, снарядами, которые, оказывается, надо столько держать в запасе, потому что интенсивность войны сумасшедшая идет. И все это дает Украина. Если Украина упадет, друзья, вы не готовы к войне, армии у вас нету, запасов на складах нету, шенгена нету, вы не решили, у вас ядерной доктрины нету, непонятно, будет Соединенные Штаты, будут ли вас защищать там, если Прибалтике, например, там Сувалский коридор начнут долбить, как они пугают россияне к Калининграду, и применять тактическое ядерное оружие. А что тогда вы будете делать? Вы будете пользоваться ядерным оружием Франции и Британии, или вы все-таки будете просить Соединенные Штаты по статье 5, значит, совещаться, садиться, и чтобы применить оружие в ответ? Так у вас решений готовых нет, у вас доктрины нет. Да, вы создали там, согласно последним требованиям новой стратегии НАТО, там 3 командования. Сейчас создается север, центр и юг. Да, вы наполняете войсками. Но что такое для России 3000 немецких войск, которые будут стоять в Прибалтике, бригада, когда там целый армия готовится. Вот, как говорил Чингисхан, зачем мне 5 золотых стрел, если у меня есть 1000 деревянных? Ну, ты понимаешь, на самом деле, что да, этот процесс, он должен занять какое-то время в Европе. Да, Европа, и ты, как ты сам сказал, Макрон, он был Да. ярким представителем европейского политикума, чистый, питающий иллюзии по поводу того, что нынешний мирный мир нерушим и так далее и тому подобное. Я не знаю, в какой Да. момент он достал из старого сундука в Елисейском дворце, да, там типа письмо де Голля, да, понюхал его и так, да, но даже Халку нужно было время для того, чтобы из ученого превратиться, собственно говоря, в зеленое неубиваемое чудовище. Да, да. Мы даем это время, да, Европа начала просыпаться из-за того, что Украина встала на пути Российской Орды, а не сдалась, как это сделала бы любая другая страна Европы. Но мне кажется, сейчас на второй год это очень-очень, ну, как для Европы, так это достаточно неплохой темп. И более того, мы видим сейчас достаточно серьезную динамику, когда подхватывает не только Франция, а подхватывает еще и Чехия. Да, Чехия подхватила Ну снаряд. да. Испания Вот готова роль. передать. Да, в прошлом году они передали нам 10 танков, в этом году они готовы уже передать 20 танков со складов хранения и так далее и тому подобное. Динамика какая-то определенная есть. Вот мне интересно, как ты считаешь? Мне кажется, что вот это вот изменение Макрона,
связано в первую очередь с тем, что он не будет принимать участие в следующих выборах, да, президента Франции. И поэтому, обретя свободу от неких электоральных процедур, он теперь может публично делать те заявления, которые внесут его не опять в Елисейский дворец, а внесут его в историю Французской Республики. Да, это один из факторов, я думаю, который повлиял на принятие решений и, как мы сказали, избавление от иллюзий Макрона. Но я думаю, что есть и более важные факторы, такие ментальные, например, потеря Африки, где были базы, военные базы, и эти военные базы гарантировали возможность использования ресурсов тех же там Нигера, Буркина-Фасо, Мали. Россия, ну, нанесла такую пощечину, скажем так, лично Макрону. То есть при его правлении они вытолкнули Францию, ограничив ее. Ну, Франция потеряла, скажем так, заморские территории. Вот, она перестала, если она ментально еще думала, что она там какая-то колониальная страна, там великая, ну, она действительно великая, потому что она один из членов Совета Безопасности ООН, ядерная держава там и так далее. Плюс у нее были заморские территории. Так вот, Россия последовательно лишает ее вот этого статуса. То есть она унизила Францию. Россия унизила Да, Францию, да, да. нанеся вот эту пощечину. Плюс к тому, это мы говорим имиджевые вещи и политические зацепили, но есть и экономические вещи. Нигер давал, насколько я знаю, Франции, атомной державе ресурс, там, Уран, по-моему, да. 27, уран, 27% атомной энергетики французской сидела на этом уране, а теперь его контролирует Россия, все. То есть попробуйте внести теперь какие-то санкции против Росатома. Если Росатом Да. фактически захватил все родовища вот эти вот, или как они там, урановые, увеличил монополию на то, что он как бы выпускал ранее. А перед этим Франция пыталась, если вы помните, перед 12-м или 13-м пакетом, 12-й пакет, впервые подняли вопрос о том, что надо наложить санкции на Росатом, потому что ну, там прибыли не меньше, чем у Газпрома идут. Там портфель контрактов 200 миллиардов долларов у Росатома плюс. К тому зависимость, если Европа попала в один лагерь, а Россия попала в противоположный российско-китайский лагерь, то как Россия может обеспечивать страны НАТО, например, там ядерным топливом и Да. программным обеспечением и там ремонтной базой и так далее, и так далее. Как это возможно? Это же ну, узкое место в безопасности. Неизвестно, какую программу там можно заложить и можно повзрывать там, извиняюсь, все страны НАТО, начиная от Турции, там Венгрии, Словакии, где там эти станции есть, аж до Финляндии. Ну, хорошо, Финляндия отказалась там от ядерного топлива сразу же и от модернизации своей там станции, насколько я знаю. Но все равно, сколько станций настроено во времена Советского Союза, и Россия продолжает обеспечивать плюс эти станции на территории свободного мира, то есть Западной и Восточной Европы находятся. И никто ничего не может сделать, потому что Россия на шаг вперед захватывает вот эти вот рудники и делает шаги, которые не позволяют избавиться от зависимости российского Росатома. Вот в чем дело. И при том она не просто сохраняет свою монополию, она еще пошла в наступление, она лишает этого ядерного топлива Франции, как ведущей страны в мире атомной энергетики, которая ну, продает сейчас, в частности, на электроэнергии французской, сидит Германия, которая объявила вот эту зеленую ну, программу своей Да. зеленой энергетики, а теперь, по-моему, там на 280 миллиардов евро или что-то такое, там, ну, там какая-то сумасшедшая сумма покупает электроэнергетику атомную у Франции, потому что они попали, скажем так, в ножницы. С одной стороны, они начали закрывать свои атомные станции, тепловые станции, которые вредят окружающей среде. Они хотели заменить это газом российским, дешевым, и как бы для того, чтобы он обеспечил плавный переход. А сейчас война, и они вынуждены отказаться от российского дешевого газа. То есть они остались без всего и вынуждены тратить дополнительные деньги для того, чтобы компенсировать эти мощности. Плюс к тому, Германия, которая тянет на себе все экономически, финансирует всю Европу, она вынуждена, ну, у нее рецессия, она вынуждена закрывать заводы, вот алюминиевые заводы закрыла, там, по производству удобрений закрыла или перенесла в Китай, там, и так далее. То есть, там тоже проблема, а
Ну, а если Франции перекрыли доступ к урану, Франция, значит, тоже будет дороже платить, где-то искать этот уран. И электрика, которую покупает Германия, для нее становится еще дороже. Ну, значит, у нее уменьшаются возможности помогать. Вот мы приходим к тому, как Россия повлияла через Африку на помощь европейцам в Украине. То есть у нее, значит, сужаются возможности для помощи Украине. Уже, допустим, объявляли одну сумму, потом скажут, ну, у нас свои проблемы, рецессия, смотрите, плюс надо реформировать Европейский Союз, плюс расширение, надо деньги на расширение, плюс надо запустить свой ВПК, восстановить армию и так далее, а у нас растут расходы на электрику. Вот умные ходы России, про которые, ну, мало кто говорит, экономическую составляющую. Поэтому вот этот комплекс причин и личное оскорбление Макрону, и личное оскорбление России и Франции, и перекрытие экономических источников, на которых сидит Франция. Я думаю, вкупе, и последний срок, о котором вы сказали, да, президентский, когда человек задумался, как он войдет в историю, или человек, который там ездил и уговаривал Путина, значит, чтобы он там не начинал войну, а Путин наплевал на его мнение, и, ну, сказал ему, что не будет начинать, тот уехал, и он начал войну. Вот. Поэтому, естественно, Макрон думает и об этих вещах. И вот этот комплекс причин, я думаю, он и подтолкнул Макрона действовать более решительно. Плюс то, о чем мы ранее сказали, что все-таки разведки там в Европе работают, они же видят, что делает в тылу там и в экономике России, какие закладывает там отношения. Увеличивается товарооборот между Китаем и Россией, при том в плюс. Китай ни с кем не торгует, чтобы у него был минус. Соединенные Штаты на 350 миллиардов, я извиняюсь, он наклоняет, Соединенные Штаты покупают у него больше у Китая, чем Китай у Соединенных Штатов. И там проблема с 2018 года возникла, когда Трамп им говорил, давайте балансировать торговлю. А с Россией они доплачивают там 30 или 40 миллиардов, и эта цифра растет. То есть это не прямое финансирование военных расходов России, или хотя бы так, ну не военных, стабильности России в тылу, чтобы она могла обеспечить там выплаты, скажем так, и часть денег отводить на войну. Но все равно это помощь финансовая. Вот эти факторы, вот, они говорят о том, что, ну, Европа понимает, но очень медленно как бы разворачивается, потому что корабль, я так понимаю, Ну, очень опять же большой. таки, да. Мы с тобой понимаем, что Европа медленно разворачивается с украинской точки зрения, но украинская точка зрения – это точка зрения страны, которая ведет войну на своей Да. территории силой своих людей. А Европа войну на своей территории, по крайней мере, пока еще не ведет, но уже хорошо, что она к ней готовится и готовится достаточно быстрыми темпами. А, смотри, мы имеем на самом деле в Европе лидера, который не зависит от электоральных убеждений, которые ему необходимо перемаять на свою сторону. Мы имеем, кстати, второго уже такого лидера. Первым таким лидером был Борис Джонсон. А вторым сейчас проснулся Макрон. И мы видим, что это лидеры, которые, ну, как кайфуют от того, что они снова чувствуют силу в своих руках. Не быть бледной тенью Соединенных Штатов, да, а быть теми, кто реально рулит мировой политикой и задает тон в мировой политике. Вот мне кажется, что Макрон сейчас поймал и вот это вот ощущение. Но есть же еще одна категория людей в Европе, которые истосковались по ощущению силы в руках. Это европейские военные. Это французские генералы. Это английские генералы, это польские генералы, да, то есть люди, которые выбрали своей профессией защищать родину, и которых эта родина в течение там десятилетий не давала им ответку, да, ну то есть вот, ну окей, спасибо тебе большое за то, что носишь форму, вот тебе зарплата не самая высокая, а мне нужны снаряды. Не нужны. Нам нужно здесь вот типа зеленую энергетику, нам вот снаряды тебе не нужны. Да? Немецкие генералы с этой точки зрения вообще находятся в глубочайшем кризисе, да, и они всегда будут, мне кажется, находиться еще какое-то время, потому что немецкое общество генералов вообще, в принципе, не воспринимает как героев, и солдат не воспринимает как людей, которых необходимо уважать. Но как ты думаешь, вот Макрон с таким настроением, плюс европейские военные, которые снова чувствуют силу, плюс европейский ВПК, который чувствует запах денег. А способны ли они ускорить процесс, о котором ты говоришь, и усилить его? Я думаю, что нет.
Мое мнение такое, что самыми большими, ну я, может, не совсем адекватное мнение выскажу, но мне кажется, что как раз категория военных это самые большие пацифисты. Почему? Но при этом они не скажут об этом. Потому что они понимают реалии войны. Они более четко понимают реалии войны, нежели политики. И то, что я увидел, когда Макрон делал заявление, первыми возмутились французские военные, как раз, что с ними не посоветовались и так далее. Это может вергнуть, ну, страну как бы в противостояние с ядерной державой. То есть военные просто знают, какие будут затраты в генштабах, они просчитывают возможное столкновение, там разные варианты, и возможное столкновение с Россией как с ядерной страной. И потери, они видят эти цифры, и понятно, что им не хотелось бы такого сценария реализации. Поэтому они всячески, вспомните, как говорил Столтенберг, 2 года мы слышали через каждую неделю или там через 2 недели. Главное, чтобы НАТО не втянулось в противостояние. Мы не помогаем, НАТО не помогает Украине. Это делается на уровне национальных государств. Мы не хотим, чтобы конфликт вышел за пределы территории Украины. И такого рода эти заявления звучали, вот 2 года мы их слышали. Хотя НАТО самый сильный в мире блок, который обладает в том числе ядерным оружием и американским ядерным оружием. Как бы есть этот зонтик ядерный американский. Но тем не менее они нет, нет, нет и так далее. Могут ли они повлиять? Они самые, с другой стороны, они самые практичные люди. То, что вот мы увидели от чешского президента, он же бывший военный, он возглавлял комитет какой-то там в НАТО. И он как практик, человек практичный, он понимает роль Украины, первое. Он понимает роль времени в вот этих всех сценариях, которые разворачиваются. Плюс к тому, он понимает, что надо прекратить вот эту болтовню. Можем мы выпускать столько снарядов? Не можем. А давайте мы будем, значит, проведем сценарий. Параллельно пусть идут 2 сценария помощи Украине и развития нашего ВПК. И все деньги мы направим на наше ВПК. Значит, 2 задачи будем решать одновременно. А так не получается. Он понимает, что на ВПК, чтобы запустить европейский ВПК, надо больше времени, а Украине надо больше снарядов на вчера. Не ждать, пока ВПК запустится в 2025 году, а на вчера. И поэтому появляется у военного, именно президента Чехии, появляется такая инициатива: ребята, убирайте все барьеры, потому что война будет у нас, мы будем воевать, та же Чехия, давайте снаряды, бегом, миллион пообещали, вот миллион на вчера Украине, потому что она теряет свои территории, она не сможет просто физически сдерживать Орду. Орда, она больше по размеру, по потенциалу, и поэтому нужны снаряды. И я думаю, что вот подходы такие. С одной стороны, военные это пацифисты, с другой стороны, они такие более практичные люди и понимают, что на сегодня в этой ситуации что делать и как делать. И поэтому вот этот тренд практичности, политики будут слышать его, политики будут слышать военные, что военные будут говорить: в войну не ввязываемся, но даем Украине все, чтобы она максимально ослабила Россию, чтобы та не смогла сделать еще один бросок уже в Европу. Я думаю, где-то приблизительно так логика развивается. Я согласен с тобой, да, я думаю, что тоже именно так. С этой точки зрения, ну, при том, что смотри, да, было же заявление министра обороны Ле Корню, да, о том, что, да, Франция, в принципе, да, обсуждает и действительно там просчитывает варианты, готовится к тому, что там французские военные могут оказаться на территории Украины в составе какого-то ограниченного контингента. Да, мы это просчитываем, потому что военные всегда готовятся к войне. Да, они могут являться Да, к пацифистами, но худшему. они, да, но они всегда готовятся к войне. К сожалению, они всегда готовятся к прошлой войне, как говорит Да, известная да. философская пословица. Но, тем не менее, они все время готовятся к войне. Это была первая серия разговора с экспертом-международником Русланом Осипенко. Во второй серии мы поговорим о том, как Европа готовит ответный удар Путину, но без участия США. Не пропустите!